Яблони народная. В 1937 году во ВНИИ имени В. Мичурина группа и ученых В.К. Заяц З.И. Иванова М. П. Максимова под руководством профессора С.И. Исаева был выведен новый яблоневый вид народное. Он характеризуется позднелетним, раннеосенним созреванием, высокой урожайностью, регулярностью плодоношения, скороспелостью. Гибридный сорт получен путем скрещивания известного вида бельфлёр китайка с папировкой. Он включен в государственный реестр в 1964 году, к выращиванию рекомендован для центрального, средневолжского региона. Обратите внимание, сорт народное хорошо переносит морозы до 35 градусов. За это он получил среди садоводов название «сносимый». Яблоня народная. Описание сорта. Культура относится к полукарликовым типам яблони. Отличается средней силой роста, имеет округлую слабораскидистую крону, как сорт самоцвет. Зрелый экземпляр достигает высоты не более 4,5 метров. Стволы скелетные, ветви бурого цвета. Деревце дает прямые толстые побеги светло-коричневого окраса, их ежегодный прирост 35-45 сантиметров. Плодоношение происходит на кольчатках, плодушках, плодовых прутиках, копеицах. Листья светло-зеленого цвета, в широкие, яйцевидные либо удлиненные формы. Они изгибаются у основания, имеют волнистые зубчатые края. Поверхности листовых пластин морщинистые, матовые. Плоды округлые, средних размеров. Отдельные экземпляры имеют узкие разделительные швы, как у вида папировка. На заметку, вес одного яблока составляет 110-140 грамм. Кожица плода имеет множество мелких серых подкожных точек. Во время сбора урожая яблоки светло-зеленые. К моменту полной спелости они становятся яркими, золотисто-желтыми. Мякоть желтоватая, ароматная, рыхлая, сочная, кисло-сладкая на вкус. Химический состав кислоты 0,4%, сахара 11,4%, сухие вещества 13%, аскорбиновая кислота 7,7 мг 100 грамм. Эта разновидность яблони отличается высокой и регулярной урожайностью. Одно взрослое дерево может давать до 160 кг. Деревце обладает хорошей зимостойкостью. Устойчивость к болезням и парше выше средней. Культура является самоопыляемой. Это значит, плоды могут завязываться в любую погоду, невзирая на дождь, солнце, отсутствие пчел, других цветущих разновидностей растения. Яблоня народная, внешний вид сорта, яблоня традиционная, сорта народная является скороплодной. После высадки на следующий год может начаться цветение. Через 2 года она дает первый урожай. Обратите внимание, первые цветки на яблоне рекомендуют удалять, чтобы они не забирали силы, необходимые для развития побегов корней. Яблоки начинают созревать в конце августа, продолжая спеть до начала сентября. Плоды могут храниться довольно долго, 135 дней, до января. Для сравнения, яблоня большой крестьянская, его плоды сохраняются примерно 100 дней. Яблоки прекрасно подходят для переработки. Из них готовят вкуснейший яблочный джем, компот, а также варенье, повидло. Посадка. Культуру предпочтительнее высаживать осенью, начиная с третьей декады сентября вплоть до середины октября. Важно! В случае посадки саженца весной, с середины апреля до 15 мая, его необходимо своевременно поливать, чтобы он успел приспособиться к новому месту жительства. Участок для растения следует выбирать хорошо освещенный, с плодородным воздухопроницаемым грунтом. Дистанция между деревьями должна быть не меньше 2,5-3 метров. Перед тем, как посадить деревце, его корни нужно замочить в воде на 5-6 часов. Посадка пошагово, приготовить лунку больше корневой системы растения на 30-40 см. Немного подрезать крону и ветви. Яму наполнить органическим удобрением или растворить его в воде, предназначенной для полива. Высадив растение, пролить его, используя не менее 3-4 литров воды. Штамп сортовой яблони необходимо привязать к колышку. Обратите внимание, лучше закрепить саженец сразу за 3 опоры. Так он не будет колыхаться от ветра и приживется гораздо быстрее. Уход. Вид считается неприхотливым. В рыствольном круге почву периодически рыхлят, мульчируют перегноем торфом. Культуре не свойственно чрезмерное загущение листвой. Ежегодная обрезка яблони не требуется. Удаляют лишь больные, поврежденные, надломленные ветки. Весной либо осенью в случае слабого ветвления укорачивают на треть боковые побеги.
Растение первого года поливают за лето не менее 5 раз, используют не менее 2 ведер воды. В первых числах августа полив прекращают. Взрослые деревья увлажняют реже 3-4 раза. Достаточно брать 10-15 литров воды. Яблони подкармливают весной азотными веществами, осенью – фосфатно-калийными составами. В летний период – органикой. Сорт народный обладает хорошим иммунитетом. Если дерево страдает от болезней, насекомых, вредителей, весной и осенью для обработки растений используют различные препараты. Распространенные заболевания, вредители парша. Весной обрабатывают препаратом Топаз. После завершения цветения орошают раствором серы коллоидной, используют состав Хом, мучнистая роса. В весенний период опрыскивают препаратом Скор. Обрабатывают медным купоросом после окончания цветения. После сбора урожая орошают бордовской жидкостью, бактериальный ожог. Лечение проводят хлорокисимиди. Яблоню сорта народное выращивать на своем участке не так уж трудно. Достаточно лишь правильно ухаживать за ней.